Вы на канале Джессика Йорк. Сегодня я буду подстригать Джесси, чтобы подготовить ее к поездке, чтобы ей не было жарко. А какой вы узнаете в следующем видео? К стрижке я уже все подготовила. Надела на Джесси намордник, две расчески, машинка для стрижки и ножницы. Также в этом наборе была еще вот такая вот расческа. Прямые ножницы, дуговые и филировочные ножницы. Также тут есть масло, чтобы смазывать. Заказывала я эти ножницы на Алиэкспресс. Если кому интересно, пишите внизу видео в комментариях, я отвечу. Также на Алиэкспресс я заказала вот такую вот машинку для стрижки. Вот так вот она выглядит. Ее заряжаешь, и потом можно пользоваться. Она беспроводная. Вот так вот выглядит эта машинка. Запасная, чтобы вот сюда вот вставлять. И много вот таких вот штучек. На 3 мм, 6, 9 и 12 мм. Ну и зарядник. Ножницы пока я убрала в сторону, так как сначала я буду работать со спинкой, убирать вот эти все волосы. Также на шее вот до сюда вот это вот все буду убирать. И немножко с лапками поработаю. Вот поэтому я и надела намордник, потому что она продолжает рычать. Она не любит, когда вот здесь вот ее трогаешь. Вот здесь вот. Thank you.
кушай, кушай, да. Молодец. Иди к папе. Иди к папе. Десенька, деси, деси. Иди, беги скорее. Ой, она. Молодец, молодец. Иди сюда. А, вертится. Устала, Джесси. Хоть она молодец, молодец. Сейчас носок еще стащит. Молодец, иди.